Удар по воротам, и какой момент, Гулёв удар буквально следующий ворот приносит мяч. Удар по воротам и гол! Гол открывает счет Жулио Сезар. Нога на серых не разыгрыш. Удар по воротам и гол! Витязь забивает. Это Диего поздравляет. Да, по-моему, он. Он заменил. А тем временем пас. Атака гостей. Слетел, исходит штрафной. Удар по воротам состоялся, но заблокирует. Удар. Рассадки на дальний угол, и счет становится 3-0. Все постепенно сделано сыграние. Рассадки ошибся. Передача. Бежать не получается, но здесь плохая передача, конечно. Вот у Волкова контратака у Шахтера не получается. Кавыш. Обслуживает арбитр Сергей Красиков, помогает ему Алексей Ковалев, Виктор Фомин и Алексей Кириллица. Пока не готовы, но работа впереди. Я стоял пока, и тебя не только обороняются.
Заходит Севастополь в свою очередную локацию. Так, не знаю, что по где футболист. Славия Ромес выигрывает как раз борьбу у Лебедева. Жулио Сазар. Не кубкал. Да, посмотрим, пока Брище куда-то Краснова. Есть место, куда бежать. Пасует на Бахара. К сожалению, плохой проходит на вражение. Вчера у него первый на